Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Минусинский задержали мужчину, подозреваемого в незаконной розничной продаже спиртосодержащей продукции. Инспекторами ДПС в ходе патрулирования улиц был установлен автомобиль под управлением мужчины 1972 года рождения. В ходе проверки документов и досмотра салона в транспортном средстве были обнаружены изъяты канистры со спиртосодержащей жидкостью общим объемом более 200 литров. В экспертно-криминалистическом центре ГУМВД России по Красноярскому краю выяснили, что изъятая жидкость является спиртосодержащим продуктом. Кроме того, полицейские установили, что водитель приобретал данный спирт у жителя города Минусинска, который проживает в частном секторе. Полицейские установили его личность, это оказался житель Минусинска 48 лет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконной реализации спиртосодержащей продукции. Ему грозит крупный денежный штраф.